Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в легендарную игру под названием Enlisted. Самый лучший бесплатный шутер. Продолжаем с тобой играть, меня кто-то здесь добавил в друзья, опять, или что, или никто не добавляет. А что, горело здесь, не понял. Бэтмен добавляет в друзья. Какой Бэтмен? Кто это такой? Я же сказал, только через донаты все. Все, я продажная тварь. Я же сказал, добавляю только тех, кто донатит. Все, отстаньте от меня. Поиграем сегодня с тобой в битву за Москву, думал ты, но нет, мы будем сегодня играть с тобой за Тунис. Да, в Тунис опять будем играть. Вот, потому что я уверен, что ты посмотрел предыдущую серию, и ты мне ведь скажешь о том, что, ну ведь, Тунис там, это, тебе просто повезло так. Из-за этого там немцы были сильны. А вот сыграй еще раз в Тунис, такого уже не будет. Ну давай мы с тобой сыграем еще раз, я думаю. Да, посмотрим, что будет. Возможно, будет что-то интересное, возможно, нет. Вот, не знаю, посмотрим. Я же ебанутый, ребят. Пойдемте побегаем. Да, предыдущая серия немножечко лагала. Да, ребят, кто спросит, а где она лагала? А вот надо ролики полностью смотреть, тогда бы ты знал, где она подлагивала. Это у меня компьютер что-то, ребят. Компьютер старенький, слабенький, что-то уже не вывозит. Хотя серия не лагает, ребят, все нормально. Это запись что-то. Это что-то запись. Давайте выпьем, а пить нечего, мы трезвенькие. Все понятно, мы трезвенькие, ребят. Мы не пьющие. Мы спортсмены, мы на тактике. О, бля. О, сколько я там положил, неплохо. Возьми гранат. Да, ну это да. Да, блядь, это да. Это да, ребята, это вот такая вот вот катка. Да-да-да. Продолжает серия дебила, понимаете, да. Психически нездорового человека, нытика, как вы меня называете. Ты просто играть не умеешь. Игра прикольная, ты просто... О, кто-то сейчас скажет, господи, опять он ныть начал. Сейчас скажет, опять ныть начал. Да господи, когда он уже перестанет ныть, что он ноет и ноет. Ребят, у меня вся жизнь построена на нытье, понимаете? Понимаете? Почему вы меня смотрите, если я ныть? Почему ты меня вот смотришь? Почему ты меня смотришь? Напиши. Ты, наверное, такой же. Ты просто такой же. Попал, нет? Дырку. Попал, уничтожил еще и танк. 14, минус 14 скиллов, ребят. Минус 14 скиллов. Прикиньте, вот это да, вот это супер, вот это классно. Минус 14 скиллов. Ребят, лайк ставьте. Ставьте лайки. Я не вижу ваши лайки. Ну, где же лайки? Ну, где же ваши лайки? Давай поднимем лайки и будем танцевать. Это даже песенка есть специально. Видишь, я тебе песенку даже спел. Вот. Ладно, бежим. Что-то захватываем, смотри-ка, имба, действительно. Американцы в Тунисе все-таки имба. Выпьем? Пить нечего, понятно. Не пьющие. Я понял. Хорошо. А гранатки у меня нету. Гранатки нету. Как мне тут один написал, говорит, проблема, говорит, в тебе. Ты, говорит, стрелять не умеешь, говорит, а скилла нет. Говорит, это ты просто криворукий. Говорит, стрелять не умеешь. Стрелять не умеешь, ты дно, говорит, дно. Ты, говорит, ноешь только, и все, ты нытик. Ты видишь, ты как стреляешь, даже стрелять не умеешь. Да, ребята, а что поделать? На вскидку сложно стрелять, знаете. Вот такое дно. Что поделать? Пэм. Ой. Это наш кинул, нет? Непонятно. Excellent, ребят, excellent. Ха! Хорош. Сюда сяду, посижу. Дострелялся. Киллер 61-86-1. Вот это крутой чувак, ребят. Это ж киллер. Вы его узнали? Я его узнал. Где? Ты что думал, если я с пистолетом, то я тебя не убью, что ли? Он думал, что я с пистолетом, и я его просто не убью, понимаете? Так, ну что? А, меня еще там обвиняет в том, что я ничего не строю. Говорит, ты строишь, говорит, точки респауна, и все. Ты, говорит, не реализуешь инженера по полной. Ты, говорит, нуб. Представляете, хамят мне, блядь, хамят. Да хорош бег, дайте прицелиться.
Ты, говорит, не умеешь управлять ботами. В чем меня только там не обвиняют, короче. И ботами-то я управлять не умею. И играть-то я, блядь, не умею. И ничего я не умею. Ой, про игроки-то ебаные мне пишут там. Это живой, нет? Киллер, я киллера убил, ребят. Аккуратно, аккуратно. Первым, прием, прием, я убил киллера. Я красавчик. Повторяю, я красавчик. Я убил киллера. Что, пойдемте к второй точке, посмотрим, что там у нас будет. О, ебать, тут танк. А здесь у нас будет с вами танк, ребят. Да. А танку что надо дать? Пизды, правильно. Блин, передержал. Передержал, ребят. Чё ты крутишь своей башкой? Потому что я никто не видит. Зачем сюда приехал, а? Зачем ты приехал нас, бедных американцев, унижать? Ты хочешь нас унижать? У нас есть там кто-нибудь? Ездит он здесь, смотрите. Смотрите, какой он здесь катается. Типа дерзкий, крутой. Блять, ты давит, ты давит, ты еще смотри-ка меня. Пацаны, мечу. А то мне говорят, что я бесполезный для команды. Смотрите, сколько метку удерживаю. Смотрите, как долго удерживаю метку. Все, гуслю сбили. Все, гусля сбит. Ждем. Дождался, блядь. Ну, гуслю сбили, согласись. Гуслю сбили, как бы задача была выполнена. Я думаю так, да. Мы сделали, ребят, все, что смогли. Мы все, что смогли, мы сделали. Ну как все, что смогли? Нет, мы могли больше с тобой, но так как я играю своими кривыми руками, то сделали мы не так много. Да, к сожалению. Бежим, значит. Видите, какая тень охрененная, видали? Какая тень. Видали, как проработал, смотри, как мы двигаемся. Та-та-тра-та-та-та-та-тра-т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 а. Еврейские песни какие-то пошли. Так, кто здесь? Слушай, перестрелка с кем-то. Так, здесь танк, кстати говоря, может опять приехать, он оттуда приедет. А у меня здесь респаун. А у меня здесь респаун. Это печалька, да, ребят? Респаун же так близко не ставит, правильно? Респаун так близко не ставит. Блять, да стреляйте, ёпту его не мать. Респаун разломали. Ай, блядь, сука, он знал, он читер, он видел. Бегает там этот слабый немец. Да, блядь, да почему здесь никто не идет-то у нас? Ну, что такое? Ну, блин, ну опять начинается. Ну, ребят, ну чё, какие слабаки-то? Почему потом мне будут опять писать в комментариях, что ты нуб, ты играть не умеешь? Это вы играть не умеете. Ну, я имею в виду, сейчас обращаюсь к тем, что кто со мной в команде. Это они нубы, понимаете? Я-то играть умею, я профессионал. Я киберспортсмен, я стою на зарплате. Мне платят сухариками. Иногда пивом. Иногда грелками, понимаете? Но я крутой. Вы ничего не понимаете, ребят. Знаете, как жизнь такая, не я такой. Вы мне лайки не ставите. Вот если мне лайки не будете ставить, знаете, что я сделаю? Я от Майнкрафта уйду и все. Буду Майнкрафт стримить. И снимать Майнкрафт. Если мне лайки не будете ставить. Да, я на полном серьезе, ребят. Лайки не будете ставить, я это в Майнкрафт. Ты что, ты мне не веришь? Ты меня не веришь, что я сейчас уйду в Майнкрафт и все, я не буду вам снимать больше инглист. Будем играть в Майнкрафт. Хочешь Майнкрафт играть? Майнкрафт же интереснее, правильно? Тем более, аудитория, которая меня смотрит, по-любому любит Майнкрафт. Почему, блядь, не ставится? По-любому любит Майнкрафт, правильно? Хочешь, я сейчас могу прямо уйти в Майнкрафт? Не, я сейчас уйду. Не веришь? Не веришь? Ты думаешь, что я пиздобол? На части ты прав. Но я тебя уйду, сейчас я вот этого убью и пойду в Майнкрафт. Все, я в Майнкрафт. Ну, как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Все, теперь мы с тобой будем играть в Майнкрафт. Не хочешь ты инлист, это понятно. Лайки мне не ставишь, пошли в Майнкрафт играть. Да, вот так вот ты включил серию по инлисту, а будет Майнкрафт. Да, вот так вот. Сейчас мы себе сделаем топорик, сейчас мы себе все сделаем. Ага, новый справочник, сейчас все сделаем. Так, нам что значит? Надо топор.
Нам верстак бы надо, да, будет? Нам сейчас надо будет... Верстак же я смогу, я палки, да, смогу сейчас сделать? Угу. Так, подожди, на таб же или на что? На И? А на что? Подождите. Подождите, а я забыл. На Е. Да, на Е, точно. Извините, давно не играл в Майнкрафт. Извините, майнкрафтер меня, я давно не играл. А вот так, Shift. Угу. Так, верстак мы сделали. Угу, верстак у нас есть. Так, верстак мы, наверное, вот сюда куда-нибудь положим. На девяточку, да, там девяточка получается. Так, палки сделаем. Палочек надо немножко, потому что нам надо будет топор сейчас сделать. Деревянный топор я делать не буду. Так, мы чё с тобой? Или нет, или сделал? Подожди, нет, нам надо, наверное, верстак, да, поставить, я думаю. Так, у нас, кстати говоря, руда вот здесь была, да, я вижу, вон там руду. Так, это хорошо, пойдемте туда. Все, ребят, да, вы не хотите инглиста смотреть? Давайте Майнкрафт играть. Че, мне что, думаете, жалко, что ли? Давайте Майнкрафт. Вам больше нравится, вам инглист не нравится? Лайки не ставите, не хотите. Ну все, и Майнкрафт. Да, вот так ты пришел на инглист, а тут Майнкрафт, да. Бывает такое, к сожалению. Че, хоть я ебнутый. Да. Так, так, берем, ставим. Я думаю, так. Ага. Подожди, нет, как уж, я уже забыл, я уже столько лет не играл в этот знаменитый Майнкрафт. Давайте сначала деревянную хотя бы сделаем кирку. Нам хотя бы, потому что деревянная нужна кирка. Так, это мы сюда куда-нибудь. Так, ну давайте парочку деревянных хотя бы сделаем, да. Так, деревянный, я думаю, топор надо сделать, да. Деревянный топор тоже сделаем. Вот. Блин, уже забыл, как играть, блин. Ну, слава богу, вы захотели, чтобы я поиграл в Майнкрафт, и вот мы теперь играем в Майнкрафт. Так, каменный век. Так, добываем, значит, добываем камень. Камень, 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 камень. Камень, сейчас мы сделаем каменную кирку. Потому что она и лучший топор. А зачем я этот топор сделал деревянный, кто мне скажет? Каменный надо сделать... Я думаю. В принципе, кстати говоря, мы здесь прям можем домик первый сделать, да, как вы думаете? Здесь прям удобно, несколько биомов. Здесь вот биом, но там дерево у нас, да, здесь прям это, слушайте, мне отреспавнило, как интересно, да. Там пустыня, а тут прям домик, да, это может быть наш домик, а почему нет? Как ты думаешь? Будет круто, мне кажется. Давай, здесь вот у нас будет вход. Или где у нас вход будет? Да пускай будет здесь у нас вход. Наш домик, да, здесь будет домик. Так. А у нас палки, кстати, остались, я что-то забыл. Так, нам надо это сделать. Угу. Нам нужно сделать кирку, кирку, ребят. Хотя бы каменную надо. Угу. Давайте каменную. Деревянную мы нафиг выложим. Да. Угу. И топор давайте один сделаем. Чисто так по фэншую, чтобы был один топор. Блин, я забыл все кнопки, как нажимать. Так. Так, так, так. Овцы, овцы это еда. Овцы это хорошо. Так, а что там овцам надо? А здесь, кстати говоря, грядки сразу можно сделать, а нам ведро нужно. А чтобы ведро, нужно железо. А чтобы из железа, нужно, чтобы железо сделать. Что нужно, ребят, правильно? Железная руда. Это, кстати говоря, все посадить можно будет. Так, ну что, пойдем дальше, еще покопаем немножечко. Может, там что-то, может, здесь, ну, руда, по-моему, здесь ее нету, да, на такой высоте. Ну вот, ну теперь все побыстрее хотя бы делается. Вот здесь мы с тобой сейчас вырубим. Думаю, дом можно прямо здесь сделать. Как я уже говорил, прямо здесь, в скале. Вот. О, кстати говоря, уголь. Уголь нам нужен. Уголь нужен для чего? Правильно, для факелов. Угу. О. Ох, сколько тут угля. Ох, как это хорошо, ребят, это хорошо. Палки нужны, надо за палками сбегать. Нужно факела сразу сделать, чтобы здесь у нас никто не отреспавнился. В нашем домике никого не было. И нужно сделать дверь, ребят. Сейчас добудем уголь и бежим с тобой за... Бежим с тобой за... Охренеть, сколько угля-то, посмотри. Ну, это прям офигенно, это классно. Это офигенно, это классно. А мы сейчас бегаем с тобой за этим тогда. У нас что там по погоде-то? Ну, я думаю, надо сейчас бегать. Пойдемте, сейчас бегаем, да. А то, по-моему, сейчас темнеть будет. Или что сейчас будет? Не знаю, что сейчас будет. Пойдемте за дерево. Немножко дерева нам надо. Вот. По идее, нам бы еды бы надо. Блин, а что нам из еды? А как нам еду? Я уж не помню. Сейчас надо вспоминать все. Вам же это интереснее, правильно, чем Enlisted. Вам же это больше нравится. Лайки же вы не ставите. Так, добыли. Нам еще надо. Это тоже поддобудем.
Курочка, курочка, курочка. А тут курочки, по-моему, где-то я видел или нет, или мне показалось. Курочки я видел. Так, и на другом берегу, да, уже растут. Это уже растут на другом берегу. А может подождать, кстати говоря, когда они осыпятся, и, по-моему, должны листья же, да, осыпаться, ребят. Должны осыпаться листья. И деревья. И деревья. Здесь можно все засадить деревьями. У нас будет дерево. Да. Так. Так, это мы добыли. Так, что, пойдемте сделаем это. Факела, факела, факела. Что, обвалилось? Дерево. Нет, что-то дерева нет. Что-то не обвалится. Яблочки, кстати говоря, могут обвалиться. А курочки где-то я видел. Курочек нет. Овечки вот. А овечки что у нас есть? По-моему, сено, да? Я там вон курочку вижу, курочку вижу. Кура, 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 кура. Кура. Кура, иди сюда. А где твои друзья? А ты что, одна? А ты с кем будешь размножаться? А я тебе даю, а ты не берешь. И сюда. Вот. А с кем ты будешь размножаться? Нам надо с кем-то курицу помножить. А! Нет, это овца, извините. Блин, не знаю. Курочка одна. А яичко не носишь? Не носит, ребят. Ее надо с кем-то, ребят. Ее надо с кем-то. Она так одна не будет. Ее надо с кем-то это. Блин. Курочек здесь нет рядом. Проблема. Проблема заключается в том, что куриц здесь больше нету. Ладно, пойдемте. Ладно. Пока не это. Видимо, ребят, не повезло. Давайте все сделаем. Вот так, 61 блок. Так, во-первых, нам дверь нужна, ребят. Во-первых, нужна дверь, конечно же. Во-первых, дверь. Во-вторых, нам нужны... Вот так, по-моему, делать. Я уже забыл, как делаются факела. А, нет, подожди, палки нужны. Да, точно, вот так вот. Палки. Так, потом вот так и вот так, да? Нет, вот так, значит. Ага. Хоп. Все, эти у нас есть. Так, все, ребят, вот. О, заход солнца как раз, ребят. Так. Хорош. Хорош. Вот первая хата у нас как бы. Ну, как хата. Такое, ну, мы трошимся с тобой, конечно. Вот, уже лучше. Во. Мы этот дом преобразуем, конечно же. У нас будет здесь все красиво. Я думал, у нас все будет плохо. Нет, у нас все будет красиво. О, овечка пришла. Овечка, это хорошо. Овечка, это замечательно. Так, давайте сюда этот поставим. Знаете, что нам нужно? Нам нужно... нам нужен этот уже. Вот такие мы парочку сделаем. Мы сделаем парочку с тобой вот так вот. Печки, печки, пару печек. Нам будем печь. Печь. А, и сундук нужен, ребят. Сундук сразу, что я туплю. А как сундук делается? Кто помнит? Нет. А, вот сундук точно, прикиньте. Я забыл, как делается сундук. Ну, потому что Майнкрафт давно не играл, но благодаря вам, видите, мы теперь играем в Майнкрафт, и я помню, что как делаете. Так, да можно вот сюда прям присунуть его, пускай так стоит. Некрасиво, да, кто-то скажет, немножко некрасиво, но мне кажется нормальным. Так, ну что, подбываем дальше? Что? Что ты говоришь, выключи это говно и давай дальше играть в Enlisted? Точно? Ты хочешь точно на Enlisted дальше увидеть? Точно? Ты не хочешь в это смотреть? А чё, прикольно. Смотри, мы добываем руду. Все хорошо, классно. Мы тут домик себе сделаем классный. Тебе же нравится. Смотри, руды еще добы... это нашли. Это вообще классно, блин. Ё-моё, ты смотри, сколько этого угля. Он прямо на поверхности. Блин, надо добывать, ребят. Надо добывать. Какой Enlisted? Вы что? Ты что, какой Enlisted? Нам некогда, подожди, мы руду добываем. Так, Я думаю, вот здесь прям можно сделать будет двух... Да что ж такое-то, сколько там руды-то этой? Меня прям не отпускает этот Майнкрафт, понимаете? Я, может быть, и хотел бы, конечно, вернуться в Enlisted, ребят, но не могу, он не отпускает. Он держит, он говорит, добывай во мне руду. Добывай. Ты хочешь добывать во мне руду. Ну, в Майнкрафте, в смысле. Так, у нас с едой проблемы. Вот. Так, надо еду подобывать. А, кстати, сейчас же эти, да, все появятся. Всякие эти, бяки-вяки. Криперы, ребят, криперы. Ладно, посидим дома, покурим, отойди. Заходи, тёлочка моей будешь. Не хочешь? Как хочешь. Посидим пока это.
Нет, ну что значит врубай это говно? Я это говно смотреть не буду. Ну что, ну прикольная игра. Что вам не нравится, ребят? Я же сказал, будем играть в Майнкрафт. Все, забудьте про инглист. Теперь будет Майнкрафт. Нам покушать надо теперь. Вот. Понимаете? Что значит, ты мне будешь лайки ставить? Что значит, ты мне будешь лайки? Я не верю, что ты мне будешь лайки ставить. Вот ты мне лайк иди поставь, тогда мы включим Enlisted. Ой, ёпта. Тогда мы включим Enlisted, понимаешь? Все, лайк поставил? Ладно, так и быть. Так и быть. Так и быть, сейчас включим. Сейчас включим, подожди. Сейчас включу. А, нет, подожди, ладно. Ладно, включаем Enlisted. Ладно, ребят. Они хотят Enlisted, понимаете? Я хотел с вами подружиться, да, я хотел с тобой подружиться. Но они говорят, давай Enlisted, говорят, они тебя не уважают, прикинь. Хотят какой-то дебильный Enlisted, никому не интересный. Ну что, убедился? Убедился, что я тебе не вру? Убедился? Все, я сказал, Майнкрафт будет, знаешь, будет Майнкрафт. В следующий раз будешь мне перечить, мы пойдем на всю серию Майнкрафт. Вот не хочешь как бы по-нормальному, по-человечески, вот лайки не будешь ставить? Будем в Майнкрафт теперь играть. Вот так вот. Да, ну вы думали, что я шучу, что ли? Думаете, я что, клоун, что ли, он тут? Нет, ребят, нет. Лайки не будете ставить, будем теперь так. Все, вы так будете заходить? Думать, что серия по Enlisted, туда там Майнкрафт, прикиньте. Прикиньте. Вот это новость. Ух ты, мне еще что, засчитали танк? Ни хрена себе, я крут, ребят, мне засчитали убийство танка. Вот это я крутой. Ах ты, бледина. Все понятно. Ну да, 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 да. Точно, из МП-40 на такой дистанции. Да, да, да. У чувака нет макросов. Да, да, да. О, мультиубийство, стратегическая точка. Ни хрена мне там, смотри, что дали. Мультиубийство, уничтожен стратегических точек. Две, кстати, стратегические точки какие-то уничтожил я. А как там стратегические точки у них стоят? Я не понял. Там же очень близко к респауну. Вот я дал арту сейчас на эту, как его... На точку респауна, ну, на точку это, а там две стратегических точки. Стратегические точки, это имеется в виду респауны. Как они их там построили так близко к этой? Кто-то скажет, у них старые типа остались, но навряд ли, как бы, ну, это... Они же должны автоматически ломаться. Они же должны автоматически ломаться. Как же он быстро эти патроны выплевывает. 20 патронов вообще не хватает. Слышу. Ай. Че, наверху, что ли? Непонятно. Чувак, сзади. Он не видит. О, понятно. Блин, не туда кинул. Туда бомбу закинуть. Угу. Пошел в жопу. Эти слабые американцы, ребят. Ох уж эти слабые американцы. Не знаю, что с ними даже делать, ребят. Не знаю, что даже с ними делать, ребят. Хотите еще Майнкрафт, ребят? Напишите. Напишите, кому понравилось. Напишите, хотим Майнкрафт. В жопу Enlisted, давай Майнкрафт. Пойдем Майнкрафт, ну это в жопу. Вот это вот мучение, значит, по ссылочкам в описании вы не переходите. Лайки не ставите, значит. Почему-то я один мучаюсь. Друзья, не добавляйтесь за донат. Почему-то, блядь. Я не знаю, вы какие-то странные. Вы вообще живые? А вы, может, вы боты накрученные? Я не знаю, у меня есть такой... А что, никого не убил, да? Ну и правильно, нахуй кого-то убивать. Я пацифист. Может, вы боты накрученные? Может, мне YouTube просто накручивает ботов? Может, вы все не живые на самом деле? Может, вы выдуманные? Может, вы искусственный интеллект? Нейросеть? А может, я нейросеть? Может, я искусственный интеллект? Прикиньте, да? Вы думаете, что сейчас с вами общается живой человек, а это нейросеть? Хуйню вам тут всякую несет, а вы в нее верите. Ой, бля, таблетки надо купить, да.
то опять что-то расхожусь. Да. Опять расхожусь. Ну, опять же, подтверждение, ребят, того, что немцы в Тунисе очень слабые. Их тоже здесь надо апнуть. Они очень слабые, да. Вот, подтверждение вам еще одно. Обязательно нужно сообщить разработчикам, чтобы они апнули. А то уж очень слабоватые, очень слабоватые. Я хочу прям в дырку закинуть. Знаете, я люблю в дырке. Я выкинул, я успел? Да, что-то там успел. Ну, как-то минус 4, минус 5. Ну, ни о чем, конечно, но... ладно. Минус 4, так минус 4. We need artillery. Давайте дадим арт-удар туда. Давайте дадим арт-удар туда. А у нас есть где-то точки респауна? У нас есть одна. Через нее все идут, да? Что если мы здесь пойдем? Это кто? Блять, это враг! Это кто, блядь? Куда там сидишь? Блин, я хотел точку поставить, ребят. Минометчик. Минометчик, минометчик. Даже не знаю, что... Ну, пойдемте с левой стороны. Нет, надо справа здесь зачищать, ребят. Здесь прям чуваки бегают с правой стороны от нас. Да. Блять, я заебался бегать по 500 километров, ребят. Я заебался, ребят. Я устал. Я устал, ребят. Я хочу любви. Где-то прям здесь. Да, блядь, да почему так все хуёво? Вот это оружие начало стрелять. Блядь. Сука. Блядь. Мы не макросы, мы не читеры. Мы просто профессиональные игроки. А ты просто дно. Мы просто на энергетиках сидим, а ты не сидишь на энергетиках. Видите ли, за ЗОЖ. Блять, вот как нахуй с упреждением, прикиньте, я из автомата беру с упреждением. Вот так вот ребята поиграли. Вот такие вот слабые здесь немцы, ребят, да. Вот такие слабые немцы, да. Вот так вот, да. Да, вот такие вот слабые немцы, да. Никто за них не играет, да. Да, 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 да. Да, да, ребят, да. Повторите за мной, да, да. Повторяйте за мной. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Пойдем в Москву. В Москве посидим, попьем чаю, кофе, что там пьешь. Покушаем, пообщаемся, вот. Всем до встречи, всем пока.